Каждый из нас ходит в церковь, и каждый из нас общается со священником. И, конечно же, все мы знаем о празднике Рождество. Но о том, какая суета происходит накануне в церкви и как готовиться к празднику прихожане, наверняка вы еще не слышали. Именно об этом мы поговорим сегодня с отцом Александром. Мы с вами находимся в главном, да, храме, соборе нашего города, нашей епархии, Свято-Успенском кафедральном соборе. Здесь проходят самые главные, самые основные, самые торжественные службы, которые у нас бывают. Вот служба Рождества у нас будет проходить. Отрадно и очень радостно наблюдать вот такое, когда наш храм такой большой переполняется людьми. Крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи. Вся наша жизнь посвящена служению Церкви. Как бы громко это ни прозвучало, наши праздники, наши какие-то неприятные моменты. Мы стремимся разделить с Богом, разделить с Церковью, разделить с людьми, которые нам близки по духу. Моя супруга работает в храме Воскресения Христова, да, и она вот целиком полностью погружена в заботы о, ну, о благолепии этого вот храма. Да. Мы собираемся за обедом, конечно же, отмечаем праздник. Такое бывает, как в обычной семье, но, наверное, немножко все-таки выделяется наша семья. Рождество. Что представляет собой этот праздник? Это рождение в душах человеческих, в душе каждого из нас, любви. Как Богомладенец родился в холодной, сырой, очень такой неприветливой пещере, так и в пещере наших душ, зачастую не всегда приготовленных для того, чтобы там находилось что-то светлое, чистое, доброе, святое, вдруг рождается Богомладенец, вдруг рождается любовь, вдруг рождается чистота, святость. В этом, наверное, самое главное, самое основное значение и смысл настоящего праздника. И, естественно, к такому празднику все мы призваны как-то приготавливаться. Не обязательно все те рецепты, которые нам предлагаются, как правило, из интернета, да, там 12 блюд каких-то строго должно быть, что-то там такое должно под стол класться, там, или на стол, или так далее, и так далее. Это вовсе не обязательно. Останься наедине с собой, подумай, переосмысли что-то. Часто мы ведь все мечтаем об этом, чтобы остаться иногда и побыть, подумать о себе, да, проанализировать что-то в своей жизни. Этот праздник, приготовительные дни к празднику, они позволяют это сделать. Есть ли какая-то определенная икона в храме, к которой люди могут прийти на Рождество и попросить себе чего-то, чтобы все исполнили желания или простили все грехи? Но нету такого какого-то одного средства, которое нас автоматически избавит от всех бед, от всех несчастий, все наши вопросы решит жизненные какие-то, да, этого такого средства универсального нету. Но мы здесь с вами видим иконы, которые нам доносят смысл праздника, в том числе и Рождества. Да? На самом деле нас спасает Господь, нас спасает милость Его, нас спасает благодать Его. Но ни в коем случае не потому, что мы прикоснулись к какой-то особо чудотворной иконе. И какая икона? Ну, конечно же, у нас их множество различных и самых разных, на которые мы смотрим. И можем попросить помощи у любого абсолютно святого. Праздники, вот все они на втором ряду, мы с вами видим, да, изображены праздники, маленькие вот эти иконы. Все, которые праздники есть в церкви, и почитаемые святые особые, да, есть. Есть определенные частички мощей, да, опять-таки, что значит мощи? Однокоренное слово мощь, сила. То есть они дают силу определенную каждому, кто приходит с верой, опять-таки. Это дает мне цельность, это дает мне, делает меня христианином с большой буквы. Не для галочки, не для формальности какой-то, а настоящим, истинным, подлинным человеком, которым я задуман Богом. Вот это мне помогает. Это, значит, почему мы мощи здесь ставим и держим. И любой человек может прийти, приложиться с любовью, с верой, с почитанием и получить помощь.
завершить нашу встречу хотелось бы, наверное, поздравлением к великому празднику Рождества. Конечно, бы всех хотелось поздравить с этим праздником всех и пожелать, чтобы в наших душах родилась вот эта светлое, чистое, доброе чувство любви, любви к Богу, любви к окружающим, любить в себе образ Божий, любить его в окружающих. В этом поможет нам Господь и Пресвятая Богородица, и все святые. С праздником вас, дорогие, Божьей помощи вам во всем. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.